Змите, пожалуйста, наши ксерокцы. И посмотрим на четвертый и последний момент использования сослагательного наклонения в сложных приложениях. Четвертый и последний значит, что самый редкий момент, самый неважный. 335. Не то, не то. Вот это. 335. Это где написано пункт D. 335. Дай мне, пожалуйста. Там где 6. Вот сюда. Пре. Бе, здесь... Объяснение есть, но я даже не дам вам читать, потому что сложно написано. Напишу я, объясню вам я иными попроще словами. Сложное приложение составлено из главного и хотя бы одного придаточного. Согласны? Б. Обычно, когда мы составляем сложные приложения, по логике начнем с главного, не случайно называется главным приложением, начнем с главного, и за главным следуют все остальные придаточные. Логично? Как считать с первого числа? Раз, два, три, ми. Три, два, раз. Если мы составляем приложение таким образом, и нет других обстоятельств, которые требуют сослагательное наклонение, естественно, сослагательное наклонение не будем использовать. Однако, если мы, потому что, допустим, мы в плохом настроении, или по любым другим причинам, составляем сложные приложения, начиная с придаточного, и за придаточным тогда следует главное приложение, тогда попали. Попали, потому что составлять приложение таким образом, начиная с придаточного приложения, нам заставляет распрягать глагол в придаточном приложении в сослагательном наклонении. Значит, совет, вы составляете приложение, всегда начиная с главного, и тогда проблем не будет. Б. Но итальянцы, и вы тоже, на самом деле, русские, но на русском языке это не представляет еще одну проблему. На итальянском, да. А в придаточном, да, это конжунктива? Все. Если я начинаю сложное приложение с придаточного приложения, в придаточном приложении глагол спрягается со слагательным наклонением. И обратите внимание на первую пару приложений, которые показывают именно это. Сначала первое приложение это обычное. Мы начнем с главного, и за главным следует придаточное приложение. È fin troppo chiaro, главное приложение, che lei non racconta la verità. Придаточное приложение. Перевод такой. Даже слишком очевидно, слишком ясно, что она не рассказывает правду. Б. Здесь нет никаких обстоятельств, которые требуют сослагательного наклонения, как раз все визавительное наклонение. Э. Это настоящее время визавительного наклонения, глагола «эссере». Э. Non racconta, racconta, это визавительное наклонение, в настоящее время глагола «раccontare». Однако, обратите внимание внизу, если я начну с придаточного приложения, che lei non racconti la verità, è fin troppo chiaro. Значение то же самое, только порядок изменился по-русски. А по-итальянски изменился и глагол в придаточном приложении. Что она не рассказывает правду, это даже слишком ясно. Racconti. Выше у нас было racconta, изавительное наклонение, и ниже у нас racconti. Сослагательное наклонение. Поэтому мой совет.
Значи ние главна предложение, чтобы не усложнять себе жизнь. Однако есть такое правило, надо знать, что такое есть. Бен, кто последний говорил? Юлия, читай вторую пару. Siamo sicuri che mancano ancora pochi chilometri. Sì. Siamo sicuri che... Не хватает? Не хватает еще... Cioè, что останется далее, да? Что осталось еще несколько километров. Вот. Бе. Che mancano ancora pochi chilometri, siamo sicuri. Бе, второй перевод не нужен, потому что настроение такое же. Бе, только, брати римани, видишь, у нас siamo sicuri... No, простите, predato ci prelegeni, che mancano, anice, manchino. Esavite, non è stata slagata nella cagnina. Nasleduce stranizze, 336. Isti ciò a nuparo, poi c'è stata, e ciò a naparo, città, io poi c'è stata, Natalia. Tutti sanno che il fumo la... Fa. Fa male alla salute. Sì. Se они, что... Все знают. Все знают, что курить... Курение. Что курение... Все. Вредно. Вредно. Бе. К здоровью. Fa male alla salute, это что, вредно? Fare male... Salute, это здоровье, что ли? Allora, fare male, это вредит. Вредит. Fare male. Либо причинит боль. Ma questo è stato vredito. E la salute è da здоровье. Vredito, здоровье. Curение, vredito, здоровье. Che fumo faccia male alla salute, lo sanno tutti. Bene, здесь кое-что появилось, которое еще не было. Lo. Che il fumo faccia male alla salute, lo sanno tutti. Что курение вредит здоровью. Это знает все. Это отдельное правило. Нота, замечание. Con verbi come sapere e dire si ripete il pronome quando la frase principale segue quella dipendente. Sglagolami такими как знать и сказать, говорить. Повторяется местоимение, когда... главное приложение следует за придаточным. Это отдельно правило, которое надо запоминать. И есть другие примеры. И Жанна. Molti sanno che il loro rapporto è in crisi. Многие знают, что они их отношения кризис. Что их отношения в кризисе? В кризисе. Бе. А читай второй вариант. Che il loro rapporto sia in crisi lo sanno molti. Бе. Здесь главное приложение находится глагол сапере, поэтому не только меняется наклонение глагола в придаточном приложении. Э. Sia. Noi ciò перед глаголом sapere в главном приложении ставится местоимение lo, это. Рапорт от какого слова? Это же от какого-то слова? Рапорта или от... Allora. А почему это отношение, а не рапорт? По-итальянски, да, по-итальянски есть два способа, чтобы сказать отношения. Рапорто e relazione. C'è un più simile. Ma è più allora, rapporto, конечно, значит ещё доклад. Да. Report. Да. No. Это понятно. И relazione, понятно. Ma дело в том, что есть и глаголи, относиться это рапортарси и релационарси. Рапортари это докладывать, да? С.
se i rapportare da, da gladivat. Но обратите внимание, что по-итальянски и «relazione» значит «доклад». Поэтому они совершенно, совершенно синонимы. Бет. Вторую пару, пожалуйста, и Марина. Anche Mario dice che tu hai sbagliato. Sì. No, даже Mario, также Mario говорит, что ты ошибся. Sì. Ошибаешься. No, no, ошибся. Che tu abbia sbagliato lo dice anche Mario. Sì. Sì. Что ты ошибся, также это говорит Mario. Bene, vabbè. Опять. Не только меняется, поскольку в главном предложении у нас есть глагол dire, не только меняется наклонение в придаточном предложении, hai sbagliato изобительное наклонение, abbia sbagliato сослагательное наклонение, но еще per глаголом dire в главном предложении ставится местоимение e lo, это. Потренируемся. Сделаем следующее упражнение, где надо перестроить данные предложения, ставлю сначала придаточное предложение и за ним следует главное предложение. Поэтому глагол в придаточном предложении спрягается в сослагательное наклонение. Обратите внимание на то, что если в главных предложениях находятся глаголы dire и sapere, перед этими глаголами надо ставить местоимение это ло. Ирина. Сначала читаем, потом переводим и потом перестроим. Еното артути, якове становне много транкуило. Си. Всем известно. Всем известно, что это неспокойное место. Бе. Стрелять. Не. Постоянно. Questo non è un yep. Che questo non sia un luogo tranquillo sì. È noto a tutti. Vierna, giusto? Che questo non sia un luogo tranquillo è noto a tutti. Dimitri, parole fragili. Solo Carlo dice che Anna parla bene in inglese. Бей, переводим. Только Карло говорит, что Анна говорит хорошо по-английски. Бей, это здесь два варианта. Либо только Карло хорошо знает среди друзей английский, поэтому у него правильное мнение. Либо он ни хрена не понимает, это ему кажется. Бей. Это третий вариант. Он безумно влюблен. Поэтому он все делает хорошо. Да. Бе, молодец, я не думал. Я как раз так понял. Окей, Дмитрий, перестроим. Я ничего не понимаю, как перестроить. Алора, как найти придаточное предложение? Придаточное предложение начинается с союза. Что? Ты нашел и... что? Ке, вот, начни отсюда. Анна парла. Ке, Анна, остановись. Ке, Анна. Ке, Анна парли. Вот. Bene l'inglese. Запятая. Solo Carlo. Lo dice, потому что здесь sapere di, либо sapere, либо dire, здесь у нас sapere dire, когда используем такие глаголи в главных предложениях, перестроя предложение, надо ставить перед ними местоимение. Это, да, Это, да. Она говорит solo Carlo, lo dice, solo Carlo. Неважно. Неважно в каком порядке, порядок должен быть именно такой. Сначала местоимение, потом глагол. Да. А все остальное не важно. Solo Carlo lo dice solo Carlo, не важно, куда я ставлю подлежащее. Важно, что lo, место расположения lo, местоимение lo, это перед глаголом. Solo Carlo lo dice solo Carlo, не важно. No, so, lo dice. Bene. Giulia, pagesta. È evidente che quell'uomo ha alzato troppo il gomito. Bene. Vi помните фразологическое триавам объяснял alzare il gomito, понять локоть? Да, немножко.
Ma non in ножках. Наверное, это время напиваться, э? Да. Очевидно, что этот мужчина, ну или этот человек, напился. Напился. Даже, здесь troppo, слишком, значит, proprio super. Che quell'uomo abbia alzato troppo il gomito è evidente. Giusto. Che quell'uomo abbia alzato troppo il gomito è evidente. Natalia. È chiaro che Marta pensa solo alla carriera. Sì. Che Marta pensi solo alla carriera è chiaro. Beh, apre la pagina. No, не хорошо. Ясно? Ясно, что Марта думает только о карьере. Bene, bene. Quindi, второй вариант это, и повторяю еще раз, che Марта pensi solo alla carriera, è chiaro. Что такое quindi? Можно еще раз, Итак. Если забывать. Итак, следовательно. Хорошо, я буду спрашивать. Так, всегда возможно. Бе, Жанна. Tutti sanno che il governo deve ottenere sì. la fiducia sì. delle due camere. Bene. Vodim. E всі знають, що правительство. Правительство, да. Що правительство должно получить. Дословно одобрение, доверие одобрение, имеется в виду. Можно получить одобрение в двух кабинетах. А, двух палат. А, палат. Так, che il governo. Governo. А, governo, простите. Это GN de PR по-русски, Это G. Che il governo. Sì. Debba sì. ottenere la fiducia delle due camere lo non no lo per il glagolam non lo sanno tutti bene non lo sanno tutti liba non tutti lo sanno no lo immen per apriamo per il glagolam хорошо.